Всем привет! Сегодня у нас будет второй день по бесплатному продвижению вашего канала на YouTube. И тема будет бесплатный обмен подписчиками. Там очень много заданий, но особое внимание я хотела, чтобы вы обратили на третье задание. Это совместные видео, то есть совместный проект с вашим партнером. Обязательно найдите хотя бы одного партнера, да, с кем вы снимете вот такое интервью. Если вы не можете никого найти, хотя я думаю, что в нашей группе это будет очень сложно, потому что все такие открытые и отзывчивые, пишите мне в сообщениях. Я с удовольствием продумаю, какое интервью мы с вами сделаем и снимем его через прямую трансляцию в YouTube, через Hangouts. Если вы планируете сделать такое интервью, то обязательно договоритесь с вашим партнером, с кем вы решили запартнериться, на тему. Составьте список вопросов. То есть обычно один человек – это тот, кто берет, да, интервью, кто ведет основной диалог, а другой – это интервьюируемый человек, то есть у кого спрашивают. Ну, накидайте ВКонтакте примерно список вопросов, чтобы не было такого, что вы своим вопросом поставите в тупик человека, и вам придется все начинать сначала. Все мы люди заняты, может не хватать времени, у кого-то дети, у кого-то свои другие какие-то планы. Договоритесь сразу о продолжительности видео, допустим, оно будет 10, 15, 20 минут или час. Скиньте ему примерный перечень. Конечно, интервью невозможно прям так расписать, кто что отвечает, хотя некоторые делают именно так, чуть ли не сценарий составляют, каждый практически зачитывает. Но это не очень интересно, мне кажется. Живое общение сразу видно, или когда читают там с экрана. Поэтому составьте вопросы необходимые, продумайте, что вы будете отвечать, потому что некоторые и так боятся камеры, а тут бац, и вы его все поставили в тупик своим вопросом. Хорошо. Если я говорю, вы не можете найти партнера, в любой момент вы можете написать мне. Также во время проведения вот такой видеотрансляции не обязательно, что это будут два человека. Вы можете подключить 4, 5, сколько угодно людей для ваших видеороликов. Я видела, что очень много людей – это сетевики, да? Вы можете найти наверняка в нашей обширной такой группе своего коллегу, например, из другого города. Какого плана снять видео? Ну, например, один живет в крупном городе, где одна молодежь, а другой, допустим, в каком-то небольшом городке, где основная часть покупателей – это женщины, допустим, среднего возраста. Ну и расскажите об этом, что, например, если вы работаете с молодой аудиторией, то, например, что они чаще берут, ну, допустим, там декоративную косметику. Кто работает больше с возрастными женщинами, например, посоветуйте ориентироваться там на какие-то средства ухода за лицом, да, антивозрастные. Ну, обменяйтесь опытом, это будет интересно посмотреть вашим подписчикам. Ну, это такая небольшая идея, это не план действий, просто к примеру, да. Вот. Это задание, мне кажется, оно будет самым таким, может быть, сложным, но оно будет самым интересным. До скорых встреч!